Всем привет, дорогие зрители, подписчики канала. Вас приветствует канал Шопинг Китай. И как обычно, распаковка посылочек с сайта AliExpress. Такая вот мелочевочка к нам прибыла. Давайте рассмотрим по одной, что у нас имеется. Это вот такой вот оригинальный чехольчик для телефона Sony Xperia E1. Там имеется на сайте разные картиночки, но понадобилась вот такая вот, пришлась по вкусу. Там разными животными имеется в виду наклеечки. Наклейка это как прокрашена. Здесь вот, конечно, что-то наклеено с этой стороны. И для камеры, я думаю, придется вот это вот оторвать, и чтобы камера смогла снимать. Сам он выполнен из такого вот орстекла, наверное. Ну, в общем, довольно-таки устойчивый к ударам. И защитит, соответственно, телефон от падений. Ну, без фронтальной стороны. То есть экран не защищает. Только вот задняя крышечка и боковые такие вот поддержки, собственно. Так, далее, значит, перейдем к следующей посылочке. Это у нас лампочки. Лампочки салон диодные с вот такой вот комплект за довольно небольшие деньги, недорого. То есть 5 штук лампочек должно быть. Да, так и есть. И к ним такой вот разъемчик, вилочка на каждой. К ним идет переходники, то есть какие у вас установлены. Удобно в том плане, что можно установить в разные места. То есть вот переходничок под такой разъем, если у вас бесцокольная. Вот цокольный переходник, то же самое, все на одну и ту же лампу ставится. И такие вот как капсулы лампочки с пружиной, то есть разного размера. Удобно тоже, потому что на разных машинах разного размера лампы внутри салонные стоят. Диод вот такой не маленький, так скажем. Вот по яркости сейчас подключим, посмотрим. С задней стороны на нем имеется скотч двусторонний, уже к лампочке приклеенный, осталось только, то есть, вторую сторону приклеить. За, соответственно, небольшую стоимость вот такой вот наборчик с переходничками. Далее, если лампочка перегорела, все вот на разъемах, пожалуйста, заменили на новую, и все, собственно, чтобы не заказывать вот такой вот наборчик. Итак, ну что, подключим наши лампочки, посмотрим с каким-нибудь, например, с этим разъемчиком. Вот, перепутать можно, но нежелательно. Красный плюс, как обычно, черный минус. Так вот, сейчас подключим ее. Посмотрим, вот уже она у нас светится. Не хочет, сейчас другом разъемчиком попробуем. Этот не особо подходит нам. Наши крокодилы не хотят цепляться за него. Да, и в том плане, что диод он совершенно не боится, если вы перепутали полярность плюс-минус. Это не страшно. Вот что-то нет. Пока у нас связи. Электричество. Светится у нас. Ну, довольно-таки яркая штука. Вот, в салоне, я думаю, если парочку таких повесить, будет очень хорошо светить. Так что, я думаю, стоящий товар для автомобиля. И довольно много переходников к нему, повторюсь еще раз. Ссылочка в описании под видео. Смотрите, покупайте. Так, и еще одна вещица у нас на сегодня.
вот такая вот приспособление у нас для резки пленочки или бумаги какой-либо. Сюда вставляется лезвие, и оно там уже вставлено, наверное, побеспокоились об этом. Вот зажимчик такой, вот лезвие есть уже, то есть в комплекте идет лезвие. Сюда вот вставляется, с тыльной стороны ставили, вот оно здесь вот немного видно, то есть режущая сама часть лезвия видна, как это работает. То есть так вот, надо, допустим, там тренировочную пленку или просто там пленку какой-то разрезать, используется оно вот так. То есть придерживаем и проводим вот так вот. Отрезаем. Отрезаем, да. Что-то оно не хочет резать. Быть может, вставил. Сейчас вот так вот попробуем подальше. Продвинул лезвие. И да, вот теперь режем. То есть вот так вот. Без проблем на две части. Без зазубрин, без каких-либо зацепов. Отрезаем то, что вам необходимо. Вот, то есть совершенно легко. И в том плане, что лезвие затупилось. Поменяли. Ну, собственно, от пленки оно не так быстро затупится. Конечно же, это. Ну, там бумагу или что-то ровное, такая вот ручечка удобная, чтобы вести, взять там двумя-тремя пальцами того, сколько влезет. Ну, давайте даже на бумаге еще попробуем. Вот бумагу, пожалуйста, тоже все. Ну, это можно отметить и, соответственно, по ровной линии там где-то отрезать вот так вот. То есть ровный рез абсолютно. Ну, я имею в виду без каких-либо как заусенцы, не ножницами, когда режешь, вот такого уже не имеет этот приборчик. Такое вот недорогое решение тоже и, собственно, пригодится дома. Не только там для тонирования автомобиля, но и, собственно, в любой домашней цели. Так что удобная вещица. Не забываем подписываться на наш канал. Ставим лайки, пишем комментарии. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.